Многодетная мать выпала из окна. Не исключено, что девушка находилась в глубокой депрессии. Ее нашли под окнами общежития в Миассе. Скорее всего, она выпала с 8-го этажа. Погибшей было 26 лет. Родственники говорят, что у нее не так давно умерла мать. И состояние было подавленное. Двое детей погибшей сейчас живут с отцом. В причинах смерти многодетной матери разбираются следователи.